Каждый раз, когда возникает потребность перевести велосипед на дачу или отправиться в загородную поездку, встает вопрос, а как же это сделать? Разбирать, потом собирать или играть в тетрис с пространством в салоне? Это ладно, если велосипед один, а если вы решили устроить семейную поездку? Но это не проблема для владельцев автомобильных багажников. Сегодня мы расскажем о багажных системах и их эффективном использовании и покажем на конкретном примере. Кувалда.ру поддерживает самарскую велокоманду «Школу высшего спортивного мастерства номер 2». Вот для кого вопрос транспортировки велосипедов стоит актуально. Мы решили собрать для них максимально полезное авто – машину сопровождения. Поскольку это будет машина сопровождения, то задача ясна – установить максимальное количество транспортировочных мест. Для этого отлично подошла съемная платформа для велосипедов, которая крепится прямо на фаркоп. Комплектация нашего авто он не был предусмотрен, пришлось его установить самостоятельно. Платформа имеет массу преимуществ. Это жесткость и надежность фиксации, удобство крепления самих велосипедов и мобильность. Чтобы установить или снять платформу, не требуется дополнительных инструментов, и это занимает несколько секунд. А еще она оснащена рамкой для дублирующего госномера, габаритными огнями, стоп-сигналами и указателями поворота. Для установки дуг использованы специальные упоры. На лакокрасочном покрытии не остается царапин или пятен после использования упоров, так как они оборудованы специальным мягким покрытием. Чтобы адаптировать эти упоры, конкретно в нашем случае был взят установочный комплект для Volkswagen Polo. Здесь использовались упоры для гладкой крыши. Немаловажный, а для кого-то главный и актуальный для нашей страны момент – каждое крепление запирается на специальный ключ. Эти дуги специальные аэродинамической формы с улучшенными показателями сопротивления воздуха. Проще говоря, при движении не будет постороннего свиста и шума в ушах. Сами дуги слегка выгнуты, как бы повторяя форму крыши автомобиля. Это облегчает подгонку при установке. Вы можете использовать всю длину поперечного рейлинга, чтобы установить несколько приспособлений. Долго расписывать все преимущества крепления нет смысла, но вот главное – легкость установки и снятия велосипеда, долговечность и надежность конструкции. К примеру, эти крепления откатались 5 лет по дорогам России вместе с нашей велокомандой и ни разу не подвели. После долгого ежедневного использования они выглядят как новые. Ну а чтобы подобрать подходящий для вашего автомобиля багажник и аксессуары, обращайтесь к нашим консультантам.